С вами компания Electronic Россия, и у нас сегодня новинка. Это Electronic 3010. Бюджетная новинка с красивой подсветкой. Сегодняшнее видео мы замерим шум шумомером. Замерим глубину, высоту, ширину. Скроем. Послушаем на трех треках. Рок, панч и спокойная мелодия. Цена колонки по промокоду ниже 7000 рублей. Промокод можно узнать по номеру телефона Viber, WhatsApp и Telegram, который всплывает на экране. А также ссылка будет в описании. Итак, друзья, я ее распаковал. Вот такая крутая подсветка. Управление сверху. Есть ручка для транспортировки. Сзади включение-выключение все разъемы. И есть платный верх. Управление сейчас мы ближе посмотрим. А также в комплекте идет инструкция на русском языке с иллюстрациями и блок питания 9 вольт 1,5 ампера. Давайте посмотрим на панель управления. Сзади у нас включение и выключение колонки, разъем заряда 9 вольт, USB разъем, microSD разъем, AUX и вход подключения проводного микрофона. Ну и чуть ниже мы видим фазоинвертор. Итак, друзья, динамик 8 дюймов Bluetooth 5.0, аккумулятор 7,4 вольта, 3600 мАч, сзади включение и выключение, управление все сверху. Удобная ручка для транспортировки. Давайте посмотрим, сколько она весит. Итак, ставим 3010 на весы, и весит она у нас 3 килограмма 540 грамм. Ну что, и весит она у нас 3 килограмма 540 грамм. Это хороший вес, колонка недорогая. Ну а теперь давайте, конечно, послушаем, как она звучит. Но перед этим посмотрим высоту, глубину, ширину. Высота у нас 34 сантиметра. Ширина 29 сантиметров. Глубина 27 сантиметров. Ну а теперь я предлагаю отключить петличный микрофон и послушать ее на трех треках. Друзья, меня теперь похоже слышно. Пишем на стерео микрофон. Я подключился по Bluetooth. Включаем треки. Звучал рок, давайте включим панч, послушаем, как будет звучать на ней панч. Панч звучал, кстати, класс, наша вибрация по столу идет. А теперь включаем спокойная мелодия. Друзья, звучала она супер и бомбически. За такие деньги это прям, ну, бомба. Это, я думаю, будет хит. Не дороже 7000 рублей. Я думаю, даже в районе она 6200, 6200, 6300 будет стоить со скидкой подписчика. Не стыдно такую колонку подарить кому-нибудь на день рождения, да на любой праздник. А праздников у нас полно. Впереди у нас 1 сентября, впереди у нас новогодние праздники, длинные. Можно с собой брать, подключить микрофон и петь караоке. Ну или просто сидеть, слушать, наслаждаться своей музыкой.
А теперь давайте замерим шум шумомера. Итак, друзья, шумомер настраиваю на максимальный показатель с 80 до 130 дБ. Расстояние отмеряем метр от колонки. Получается ровно метр. Сейчас серединку найдем. Вот так вот ровно? Вот, вот так вот ровно. Прямо напротив колонки. Друзья, вот так вот она звучала в пике по замеру 100 дБ. 101 даже там где-то было. Модель крутая, недорогая, доступная каждому. Можно сказать, народная модель. 6200, 6300 по промокоду. Промокод уточняйте у меня по номеру телефона Viber, WhatsApp, Telegram, который всплывает на экране. Также ссылка будет на контакты в описании. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Владимир. Пока-пока. Вау.